пришел, Олет. Скорей, скорей, скорей! Куда ты так спешишь, Амайя? На ярмарке новый аттракцион! Летающий поезд! Я видела, как его тестировали. Он такой быстрый, он словно бы летает! Я тоже люблю скорость! Ого! Все хотят прокатиться на нем! Это же самый быстрый аттракцион! Бежим, вы должны это увидеть! Что? Эй! Мы раньше пришли, в очередь! Амайя... Внимание, дамы и господа, мальчики и девочки! Летающий поезд... исчез! Где поезд? А? Этого не может быть! А мне так хотелось полетать! Но как поезд мог исчезнуть? Поезда ходят по рельсам, так? Конечно, здесь много поворотов, но все равно это замкнутый круг. Интересно, как он мог сойти с рельсов и уехать? Смотрите! Похоже, здесь были еще рельсы, но теперь их нет. Рельсы, которые исчезают? Наверное, его украл злодей. Герои в масках спешат помочь! Вперед, герои! Это наша ночь! На город опускается ночь, и отважная команда героев бросает вызов гадким негодяям, чьи злодеяния пора остановить. Да! Грег превращается... в Гекко! Да! Коннор превращается... в Кэтбоя! А Амайя... герои в масках! Скорей, скорей, скорей! В самолет! Постой, Олет! Чтобы идти по этим следам, надо быть на земле. Ты прав. Извини. Просто я хочу поскорей найти поезд. Я понял. В общем, нам нужен... Кэтмобиль! Я знаю, скорей! Она такая же нетерпеливая. Скорей, поехали! Так-так, здесь ничего нет. Постой! Вот следы от пропавших рельсов. Забыла? Если пойдем по ним, то найдем поезд. Да, бежим, бежим! Ого! Это лаборатория Ромео? Да, похоже на то. Но она так странно двигалась. Может, дело... Ребята, забудьте о Ромео. Он ведь не может находиться в поезде. Надо выяснить, кто им управляет. Вперед, вперед, вперед! Хорошо. Эй! Следы кончились. Как мы теперь найдем поезд? Совиный взгляд. Я вижу что-то впереди. Что-то быстрое. Это он, поезд. Видишь? Я говорила, он быстрый. Посмотрим, кто им управляет. Ромео? О, привет! Герои в масках. Но ты же лабораторией управлял. Это был не я. Ей никто не управляет. Из-за короткого замыкания с ней случился глюк. Но этот сверхбыстрый поезд поможет ее поймать. Но откуда берутся эти рельсы? Мне помогает мое последнее изобретение – укладыватель рельсов. Он способен прокладывать рельсы где угодно. Ого, классная вещь. И это еще не все. Сзади установлен разбиратель рельсов. Но Ромео... тебе не нужен этот поезд! Мы поймаем лабораторию! Ха! А я не собираюсь возвращать этот поезд! Ни за что! С помощью своих инструментов я сделаю его еще быстрее! Я стану самым быстрым злодеем! А? Ага! Вот я тебя и нашел! Ха! Счастливо, герои в масках! Боюсь, ваш поезд уже ушел! Игого!
Надо помешать ему поймать лабораторию и сделать поезд еще более опасным. Я понял, Олет. Не уйдешь, Ромео! Автопилот! Отлично! И, кстати, этот поезд просто улет! Ха! Я почти догнал тебя, лаборатория! А? Ха! Героям в масках ни за что меня не догнать на этой медленной машине! Давайте, герои в масках, остановим Ромео! Совиные крылья! Олег! Ого! Чуть на ветке не осталось! Спасибо, Кэтбой! Не торопись, Олет! Мы его догоним! Эй! Давайте подкрадемся очень-очень медленно! Нельзя тормозить! Надо спешить! Ой! Олет! Я в порядке! А? Надеюсь, герои в масках не на моем поезде! Сейчас проверим! Мне очень жаль. Похоже, Ромео понял, что мы здесь. Не волнуйся, есть идея. Мы атакуем его втроем. У него не будет шансов. Итак, на счет три мы все прыгнем. Один, два... Атакуем! Олег! Постой! Ого! Почему я не послушала Кэтбоя и Гека? Он почти догнал лабораторию. Все из-за того, что я торопилась. Олег! Ты в порядке? Да. Извини. Когда ты придумывал план, я слишком торопилась. И все срывалось. Да ничего. Ты просто очень хотела покататься на поезде. Я разберусь с этим щупальцем! Суперсила Гекко! Но теперь я придумала план. А чтобы он сработал, надо немного подождать. Настало время героев! Да! Я знаю, вы там, герои в масках. Но ненадолго! Олег, каков твой план? Мы остановим этот поезд. И мы сделаем это вместе. Кэтбой! Ты отломаешь пару веток. Гекко, а ты подползешь к укладывателю рельсов. Без проблем! Потом настанет мой черед. Я подам тебе ветки, а ты с их помощью заблокируешь укладыватель рельсов. Без рельсов Ромео лабораторию не поймать. Отличный план! Должно сработать! Только если я дождусь, пока настанет моя очередь. Вперед, герои в масках! А? Ой, помни, Олет, нет. Торопись. Действуй, Кэтбой! А я буду ждать. Давай, мой укладыватель! Больше рельсов! Больше рельсов! Кошачий прыжок! Теперь моя очередь. Ты сможешь, Олет. Молодец, Олет! Что? Остановитесь, негодники в масках! Слишком поздно, Ромео. Гекко, заблокируй укладыватель! Нет! Ха-ха-ха!
обещала ее поймать. Моя лаборатория! Да, да, да! Пусть я потерял поезд, зато ты всегда будешь только моей! А теперь доставим поезд домой. Посетители ярмарки будут довольны. Ладно! Я разберусь с вами в следующий раз! А? Он даже не поблагодарил за помощь! Забудь, Гекка! Главное, что мы спасли поезд! Герои в масках, вот это ночь! Мы снова всем смогли помочь! Ура! Бежим! Скоро открытие! Мне этот поезд уже знаком, но я хочу прокатиться еще раз! Уху! Ребята, идите первыми! Серьезно? Спасибо, Майя! Я могу подождать! Хорошо покататься! Он очень быстрый. Олет обретает крылья. Я так рада, что наконец попаду на авиашоу. Там будет воздушный шар и много старинных самолетов. Они будут рассекать небеса, прямо как я. Здравствуйте, а где самолеты? Я не знаю. Вчера вечером они все были здесь, а утром уже нет. Придется все отменить. Нам очень жаль. Это ужасно. Кому самолеты понадобились? Смотрите, эти маленькие отпечатки ног явно принадлежат Ниндзялину. Ночной ниндзя об этом пожалеет. В воздухе он со мной тягаться точно не сможет. Герой в масках спешат помочь! Вперед, герой! Это наша ночь! На город опускается ночь, и отважная команда героев бросает вызов гадким негодяям, чьи злодеяния пора остановить. А Майя превращается... в Олет! Да! Грег превращается... в Гекко! Да! А Коннор... Кэтбоя! Герои в масках! К самолету! Что это было? Совиный взгляд. Ночной ниндзя. Эти самолеты должны участвовать в авиашоу. Какой в этом смысл, если никто не сможет на них летать, как я? Поймайте, если сможете. Ничего, не волнуйтесь. Я даже с закрытыми глазами с ними разберусь. Переходим в режим турбо. Я слеплю их светом фар, чтобы заставить сесть. Осторожно, Олет! У него в запасе всегда есть коварный план. У него нет шансов против такого пилота, как я. Воздушный маневр 77! Давай! Но... что? Выпустить липкие захваты! Устроим этой глупой птичке и ее друзьям американские горки! Вперед! Черепашки в рубашках, отпусти нас! Что, мой чешуйчатый друг? Ты сказал отпусти? Да без проблем! Убрать липкие захваты! Еще один летательный аппарат выбыл из строя. Еще несколько, и я стану единственным и лучшим воздушным пилотом. Тебе до меня далеко, птичка. Что значит, он останется единственным воздушным пилотом? Может, он и воздушный шар хочет похитить? И все остальное, что он может летать? Олет, лети за ним. Но мой самолет сломан. Тебе не нужен самолет! Ты и так отлично летаешь! Я не могу!
Но почему? Он слишком хороший пилот. Мне до него далеко. Что? Ты отличный пилот! Ты не виновата, что он разбил самолет с помощью липучек. Да, и мы поможем. Давай отгоним самолет в штаб, а потом наведаемся в музей. Эй, это легче, чем я думал. Хорошо, что я вспомнил, что в музее был самолет. Он классный. Ты молодец. Уверена, ты поймаешь ночного ниндзя. Но ты у нас специалист по полетам. Ты должна командовать. Я командовать? Но... Вон они! Они хотят угнать воздушный шар! Олет, как нам их остановить? В общем... Говори, что делать! Нельзя допустить, чтобы он похитил все, что летает! Я... Ладно, не волнуйся, мы попробуем! Вперед, герои в масках! Что? Ничего смешнее! А теперь извините, у меня дела! Что случилось, Олет? Мы нуждались в твоей помощи! Извините! Ниндзя и ниндзялина так классно летают! Вы видели их пируэт? До тебя им далеко! А нам с Гекко тем более! Ты должна нам помочь! Ты сможешь, Олет! Поверь! Хорошо! Совиный взгляд! Они похитили из музея модель ракеты! Но это уже слишком! Что будем делать? А, может, сделать... Сделать... А, в общем, нет, это не сработает. Ну ничего, по пути что-нибудь придумаем. Кэтбой спешит на помощь! Кэтбой, сделай что-нибудь! О, нет! Где же они? Вон там! Мы упустили их! Они отлично летают! И кружатся, и ныряют, и... И так далее! Мне далеко до них! Стой! Куда ты летишь? В наш штаб! Без меня вам будет лучше! Это не так! Ты нам нужна! Ты лучший пилот, которого мы знаем! Мы верим в тебя! Хоть кто-то верит! Только ты сможешь научить нас летать! А если не сможешь, ночной ниндзя похитит все летательные аппараты! А? Соскучились, олухи в масках! Пора угнать еще один летательный аппарат! Так, Олет, они летят прямо на нас! Так что, может, нам стоит... Прятаться за штабом и неожиданно напасть? Хорошо. Летите за мной. Они приближаются! О, нет! Летите назад! Сломанный самолет должно быть находится в штабе. Пока этих пустоголовых героев болтает в воздухе, давайте завалим штаб и уничтожим их самолет! Вперед! Налево! О, нет, направо! Разворот! Совиный ветер! Гекко! А теперь спасем Кэтбоя! Олет, это было потрясающе! Спасибо. Это и правда было здорово. Но сейчас надо остановить ниндзя. А ты единственная, кто хорошо летает. Ты это доказала! Ты прав. Пусть он меня обставил, но сейчас я преподам ему небольшой урок. Настало время героев! Поспеши, Олет. Они приклеились к штабу, а значит... Тяни, тяни, тяни! Да! Кэтбой, лети за мной! Нос вверх и полный газ! Готов! Тяни! О, ну наконец!
Молодец! Прилетели посмотреть, как упадет ваш штаб! Этому не бывать! Кэтбой, держи штурвал крепче и следуй моим указаниям! Когда я скажу вниз, толкай штурвал резко вперед! Вниз! За ними! А теперь вверх! Надо поймать самолеты. Гекко, нужна твоя суперсила. Кэтбой, следуй за мной. Постарайся подлететь ближе. Супермышцы! Готов к посадке, пилот Кэтбой? Готов, капитан Олет. В следующий раз я с вами разберусь. Вот увидите! А теперь освободите меня, Ниндзялино! Это было круто, Олет! Ты и правда летаешь лучше всех! Ты прав, я лучшая! О, смотрите! Здесь все летательные аппараты! И у нас еще есть время, чтобы вернуть их назад! Герои в масках, вот это ночь! Мы снова всем смогли помочь! Это полный улет! Да, неплохо. Но если б я была пилотом, я бы сделала вираж. А потом элемент под названием «Зайчий прыжок». Вот так! Олет и лунный цветок. Обожаю цветы выращивать. Смотрите, какой подсолнух! Мой так вырос! Он огромный! Ты такой... грустный. Как твой цветок, Амайя? Хорошо, отлично. Его надо хорошо поливать. Я знаю. Может, его стоит поставить на другой стол? Там солнечней. Я знаю, я собираюсь так сделать. Мы можем тебе помочь. Мы состоим в клубе садоводов и много знаем о цветах. А, спасибо, но я сама справлюсь. Клуб — это супер! Но у меня талант к садоводству. Я знаю растения. Мне клуб не нужен. Пожалуй, я лучше возьму кое-что из садовых инструментов. А? Куда все делось? Мотыльки! Это проделки лунной девочки. Но зачем ей садовый инструмент? Днем она не выходит. А ночью растения не растут. Видите, я все знаю о растениях. Инструмент ей нужен явно не для добрых дел. Герои в масках спешат помочь! Вперед, герои! Это наша ночь! На город опускается ночь, и отважная команда героев бросает вызов гадким негодяям, чьи злодеяния пора остановить. Амайя превращается... Грег превращается... в Гекко! Да! А Коннор... Кэтбоя! Герои в масках! Интересно, где же лунная девочка и садовые инструменты? Как их найти? Для садоводства нужен зеленый участок. Парк! К самолету! Итак, лунная девочка, где же ты? Совиный взгляд? Не знаю, но я бы не хотел такое в своем саду иметь. А вот и лунная девочка.
Мышка, что ты натворила? Вам не нравится мой лунный цветок? Кстати, мне больше не нужен ваш садовый инструмент. Все, что нужно моему лунному цветку, это хорошая доза ночных лунных лучей. Ого, какой страшный цветочек. Страшный? Ха! Самое страшное еще впереди. Когда раскроется бутон и вылетит сотни семян, каждая семечка упадет на землю, из него вырастет еще цветок и... Каждый из этих цветков произведет еще семена, из которых вырастет еще больше... Эй! Чей это план? Скоро лунных цветов будет столько, что для других цветов места не останется! Ха-ха-ха! Надо остановить этот сорняк, пока он всю планету не заполнил. Что же нам говорили в клубе насчет удаления больших и гадких сорняков? Надо его выкопать, это просто! Нет, стой! У него должно быть большие корни! Их все следует удалить. Если останется хоть один корень, из него вырастет новый лунный цветок. Тогда будем вместе копать. Это садоводство по методу Олет. Птички-невелички! Один герой в маске пойман. Двое осталось. Суперскорость! Есть одна идея. Цветок растет в темноте, так? Значит, он не любит свет. Если направить на него свет фар-самолета, он перестанет расти. Стоп! А как же моя идея? Я тоже неплохой садовод, вы забыли? Олет, выкапывание не поможет. Лопатой возможно, но мы ведь можем использовать когти самолета. Я облечу цветок и выру его, стараясь держаться подальше от липких побегов. Тебе конец. Я попалась! Опять! О, какая жалость! Птички, не велите! Держу! Пора использовать супермышцы! Да! Отпусти моих друзей! Эй, хватайте лунный магнит! Почти получилось! Я так не думаю, чешуйчатый! Гекко, берегись! Давай, лунный цветок, расти! Дай побольше семян, чтобы на земле не осталось места для других растений! Выкапывание здесь явно не поможет! Ты прав! Эй, интересно, что будет, если его полить? Если полить, но от этого он вырастет. Это не земное растение, а странный лунный сорняк. А вдруг от воды он может усохнуть? Подожди, у меня появилась одна идея. Мы можем обмотать сорняк этим шлангом и повалить. Олет, я не уверен, что выйдет. Дайте мне шанс. Я, конечно, не ходила в ваш клуб, но кое-что в этом понимаю. Олет, стой! А? Эй ты, птичка! Готово! А теперь осталось лишь... потянуть! А-а-а! Кэтбой, разберись с ней! Я бы не справилась без твоей
помощи! Она права. Надо было вас послушать. Но я хотела доказать, что я хороший садовод, хоть я и не ходила в клуб. Не переживай, Олег. Есть идеи? Я слушаю, без шуток. Думай, думай. Эти семена повсюду вокруг нас. О! Они летят туда, куда дует ветер. Стоп! Это отличная идея! Куда дует ветер? Надо сделать так, чтобы ветер дул в нужном направлении. Я знаю, что делать, но только мне понадобится ваша помощь. Каков план? Идем со мной! Настало время героев! Готов, Гекко? Пора уже начать операцию «Ветер». Готов, Кэтбой? Готов! А? Суперсовиный ветер! А! Эй, мои семена! А! Глупый сорняк! Попались! Они все здесь! Помнишь твою идею? Земные растения любят воду и свет. Может, это лунный сорняк не любит? Есть! План сработал! Герои в масках, вот эта ночь! Мы снова всем смогли помочь! И приз за лучший подсолнух получает Амайя! Очень хочу поблагодарить ребят за советы. Теперь я знаю, сколько света и воды требуется растениям. Нет, правда, это и ваш кубок. Супер! Чемпионы! Гекко спасает Рождество. О, Конор! Завтра Рождество, а снега так и нет. Да, снега не хватает, но нам и так весело. Ой, я боюсь. Что с тобой? Завтра ведь Рождество. Разве ты не рад? Да я из-за коньков. Я впервые на них встал, и у меня не выходит. Мы поможем. Без коньков Рождество не Рождество, как и без ёлки. Да, и без гирлянд и игрушек. Без каких гирлянд и игрушек? О, нет, куда они делись? Где все украшения? И дождик. Даже звезда исчезла. Игрушки были такие красивые, и их было много. Они не могли исчезнуть. Видимо, кто-то их украл. Но как этот кто-то это сделал? Ёлка ведь высокая. Мы это выясним. И коньки для этого не понадобятся. Герои в масках спешат помочь. Вперед, герои! Это наша ночь! На город опускается ночь, и отважная команда героев бросает вызов гадким негодяям, чьи злодеяния пора остановить. Да! Конор превращается... в Кэтбоя! А Майя превращается... Грег превращается... Гекко! Герои в масках! Похитителю пришлось подняться высоко, а значит и нам придется. Ты прав, нам нужен самолет!
Смотрите, это лунная девочка. Ящерки в ящике! Она у всех подарки крадет! А ведь завтра Рождество! Дети останутся без подарков! Лунная девочка! Сейчас же верни подарки! Они не твои! Забудьте об этом! Они мои! И Рождество мое! Мое, мое! Эй! Если отобрать у нее луноборд, то она не сможет добраться до труб! А это идея, Гекко! Вперед! Я спущу ее с небес на землю! Совиные крылья! Олег, берегись! Гекко, скорей! Улетай на луноборде подальше отсюда! Но я никогда не летал на луноборде! Я не смогу им управлять! Пока, котеночек! Я полетел отсюда! Гекко, ты в порядке? Да, я знал, что не смогу полететь на луноборде. Простите. Все в порядке, надо ее догнать. Самолет слишком велик для такой погони. Олет, ты лети за ней, а мы за тобой, по земле. Вперед, вперед! Стой, лунная девочка! Что? Почему ты не вернешь подарки? Потому что не хочу. Но ты можешь попробовать их отнять. Эй, он мой, птичьи мозги! Нет, 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 нет! Герои в масках! Мне нужен дополнительный вес! Кошачий прыжок! А? Опять этот котеночек! Посмотрим, правда ли кошки всегда приземляются на лапы? Ковбой! Мотыльки! А? Кыш, кыш! Эй, нет! Я бегу! Гекко, прыгай на луноборд и улетай отсюда! Опять летать? Но я не умею! Давай, Гекко! Уверена, ты сможешь, если попробуешь! О, змейки на скамейке! Это дурнечу кататься на коньках! О, нет! Я не могу! Гекко! Грег, ты как? У меня ничего не получилось. Хорошо, не переживай, мы с Олет все уладим. Скорей за лунной девочкой! Ну хватит, пора остановиться. Точнее, тебя остановить. Что происходит? Олет! Кошачий прыжок! Гекко, на помощь! Отпусти мой луноборд! Олет, что делать? Я сейчас вряд ли смогу что-то сделать. Голова слишком сильно кружится. Ты должен прыгнуть на луноборд и помочь Кэтбою. Опять? Но я не умею на нем летать! Откуда ты знаешь, что не умеешь, если все время спрыгиваешь? Ты должен попробовать. Ты сможешь. На помощь! Кэтбой! Ты права, Олет. Я просто должен попробовать ему помочь. Настало время героев! Супер-камуфляж! Куда подевалась эта ящерица? Что? Где ты? Он мой! Держись, Гекко, ты сможешь! Гекко, я сейчас взорвусь! Помоги! Но если я нагнусь, я могу упасть! Держись, немного осталось, поверь мне! Я постараюсь доставить тебя целым и невредимым! Гекко, осторожно! А знаешь, это прикольно! Воу! Но не просто! Главное не останавливаться! Осторожнее, стена!
упадем. Ты прав. Осторожно. Есть! Сейчас сядем. Аккуратно. Молодец! Я знал, что ты сможешь. Видишь, стоило лишь попробовать. Да! Мотыльки! Отпустите, негодники в масках! Все кончено, лунная девочка. Да! Твой луноборт у нас. Ты не сможешь подарки красть. О, значит, у меня не будет настоящего Рождества. Я буду одна его встречать. Что? Тебе не с кем Рождество встречать? Что ж, мне тебя очень жаль. Слушай, может быть, ты его с нами встретишь? Серьезно? Да! Мы ведь должны вернуть все рождественские подарки адресатам. Поможешь? Мы встретим Рождество вместе. Что скажешь? Ну что ж, давайте. Тогда запрыгивай! Мы спасем Рождество! Да! Да! Кстати, ты неплохо овладел лунобордом, Гекко. Спасибо. Теперь я понял, что он улетный. Поскольку ты нам здорово помогла, мы отдаем тебе луноборд и магнит. Спасибо. А теперь вы улетите, и я снова одна останусь. Нет, мы пока не улетаем. Надо еще кое-что сделать. Девочка, правда ведь красиво? Наверное, ты прав. Но теперь Рождество и правда кончилось. А я так и не получила подарков. Ошиблась! Это коньки! Но я никогда не каталась. Не переживай, я тоже не катался. Но у нас все получится. Идем, попробуем. Герои в масках, вот это ночь! Сегодня мы Рождество!